И в завершение выпуска еще одна информация. В китайском Харбине открывается традиционный международный фестиваль льда и снега. Там можно увидеть скульптуры, напоминающие многие знаковые сооружения и места, фигуры исторических личностей, героев, мифов и многое другое. В течение месяца там также пройдут десятки мероприятий, в том числе выставка ледяных скульптур и даже снежная свадьба. Отмечу, снежный фестиваль в Харбине считается одним из крупнейших в мире. Посмотреть на сказочное королевство ежегодно приезжают со всего КНР и из других стран. Сам Харбин считается одним из холодных мест в Китае. Зимой температура там опускается до минус 35 градусов.